Всім привіт! Це не пафосний випуск IT-персони. І сьогодні у нас в гостях SEO бюро нових розробок ArtKB Олександр Нестеренко. Доброго дня. І давайте нам, як людям, які мало знають щось про таку індустрію, як хардверні прототипи і так далі, тому подібне, що воно взагалі таке ArtKB? Навіщо ви його створювали? Бюро разработки ArtKB занимается, собственно, разработкой и запуском в серийное производство продуктов. Имеется в виду физические продукты, физическое производство. И в широком смысле. То есть это не обязательно инновации, хардверные продукты и так далее. Вам это больше подобается и до нашей темы, да. Але это зрозуміло так. Я понимаю. Это начиная от простых изделий, состоящих из одной детали, не имеющих никакой электроники внутри или механики. Это, опять же, какие-то более сложные механизмы, имеющие внутри, то есть механику, компоненты, да, но не имеющие никакой электроники. Ну и, конечно, какие-то гаджеты, устройства с электроникой. То есть это очень такой широкий спектр. Ну, если говорить про какие-то там инновационные вещи, там, ближе до нас, там, стартапы и тому подобное, вы последним часом стали работать много с стартапами, так? С хардверными стартапами, так? Да, совершенно верно. Почему? Потому что это очень выгодно, потому что никто больше этим не занимается, взагалі у вас немає конкурентов тут. Это интересно, во-первых. То есть, на самом деле, до 2013 года мы со стартапами не работали вообще, только корпоративный сектор, корпоративные клиенты, и в лексиконе даже таких терминов не существовало у нас. Все началось с того, как когда в конце 2012 года или в начале 2013, точно не помню, пришел такой парень Влад и открыл ноутбук, показал красивую презентацию, рассказал про вспышку для смартфона, которую он собирается произвести. Вот только потом мы узнали, что это стартап, что это у нас пропитчил, и то есть таким образом там, заразил как-то этой идеей. Ну и, собственно, вот это был наш первый контакт с этой индустрией. Ну а потом пошло, да, по накатанной, пришел Александр с прототипом Подкуба, другие ребята. Тобто ви з такими стартапами працювали, так? Якщо б не було вас, то Подкуб, можливо, б не запустився колись. Ну, або пізніше, більш зі складними якимись моментами. Нет, я не склонен переоценивать наше, скажем, участие в хардверных проектах, потому что, ну, в целом, проект хардверный, да, это достаточно сложный процесс. И разработка, например, это механический дизайн, разработка корпуса, подготовка производства – это одни из этапов. Далеко там не самые главные, да, не самые затратные в бизнесе в целом. Вот. Но если говорить, да, одни из самых таких громких стартапов, с которыми мы работали, это Conceptor, iBlazer, вспышка первого поколения, второго поколения, мы до сих пор работаем с ребятами. И Подкуб мы сделали прототипы. На этапе прототипирования как раз мы с ребятами познакомились и поработали. Мы вот сделали для них первый прототип самый, который в видео на Кикстартере снимался, вот этот кубик алюминиевый. И потом еще для демо-дня мы помогли им еще сделать 10 прототипов, которые они презентовали уже. Вот. Ну, собственно, на этом наше сотрудничество именно над продуктом закончилось, и мы у нас такие дружеские отношения. С какими вы еще стартапами сотрудничали и на каких умовах? От дійсно цікаво, на яких умовах спрацюєте з стартапом? Або у стартапу немає грошей на початку, да? І ви на якихось там відсотках? Розкажіть. ArtKB – это абсолютно коммерческая структура, поэтому условия понятные. Речі, ви прибуткові чи ні? Да, слава Богу. Серйозно? Тоді далі продовжимо. Других бізнесів нет. Я люблю рахувати чужі гроші. Да, я понимаю, це всегда очень интересно. Да, как-то удается сводить концы с концами. В рамках ArtKB работаем на коммерческих условиях, то есть согласовываем ТЗ, готовим коммерческое предложение, получаем предоплату и работаем. То есть это абсолютно нормально, как правило. Но вот как раз есть естественно, и другие условия. Вот когда мы начали более плотнее знакомиться как раз со стартап-индустрией, и это ребята, предприниматели молодые, они люди очень общительные и посещают очень много мест, и, естественно, сарафанное радио, какой-то поток интересующихся пошел. И действительно, много из них были интересные проекты, у которых просто нет финансирования, недостаточное. Ну, вот. И отсюда начали возникать мысли, что, ну, наверное, как-то нужно искать какую-то гибкую систему, гибкий подход. Потому что, ну, некоторые проекты действительно были очень перспективными, да, но вот не сейчас.
Вот. Но мы пошли вполне, там, по-моему, понятным и логичным путем. Разделили вот эти процессы, да, то есть коммерческие, да, и вот какие-то такие некоммерческие на перспективу. И вот работа с проектами, у которых на данный момент нет финансирования, мы назвали акселерацией, да. Получается, запустили такой первый в Украине на тот момент хардверный акселератор Carrot. Вот, и начали работать с такими проектами вот в рамках именно вот этой программы. Ну, тобто у вас настільки з'явилися гроші, щоб займатися вже такою от інвестиційною акселераційною роботою? Нет, на самом деле, потому что я не считаю себя инвестором, это очень с натяжкой можно назвать инвестиционной какой-то деятельностью. Мы оказываем услуги или консалтинговую поддержку, участвуем своими компетенциями. То есть мы денег не даем, у нас их нету свободных. Але я чув, що ви нібито створили таку повну, майже повну циклу, таку систему, да? Систему, тобто консалтинг, прототипування, і, можливо, ви вже таким під собою підводите під інвесторів, так? Але ж знайомі є все одно. Да, то есть у нас есть немножко свободного времени. У нас есть очень много опыта и компетенций специфических достаточно для нашего региона, и мы этим готовы делиться. Есть какие-то оборудование свое, есть свои подрядчики с хорошими условиями, то есть какие-то этапы мы это можем оплачивать для проектов. Но у нас нет, опять же, инвесторов, нет под это большого фонда, поэтому это 4-5 проектов в год, больше у нас нет физической возможности. Вот. Но когда мы работаем с этими проектами, да, мы помогаем сделать дизайн, мы помогаем сделать конструкцию, мы помогаем найти производителей там, в Китае, например, или в Украине. Стосовно Китаю, у нас взагалі є якісь можливості не в Китаї це робити? Чи цьому немає потреби? Китай це нормально? Ну, это неправильный подход, Китай или не Китай. Все диктует экономический расчет. То есть вы понимаете, где, ну, вы, да, фаундер проекта, он должен понимать, где его рынок, где его клиенты, должен посчитать свою логистику, понимать, в каком регионе размещать производство, вот, и после этого принимать решение, где производить. Может быть, в Китае, может быть, в Балтийских странах, может быть, в Штатах сразу. Это нужно считать. И в этом мы, кстати, тоже помогаем. Экономику производства мы умеем считать хорошо. И поэтому это далеко не всегда Китай. У нас сейчас есть проект, там, где мы посчитали, это очень выгодно размещать производство здесь, в Украине. Потому что есть определенные возможности, там нет ничего сложного. Такой специфики какой-то сложной для наших предприятий. Поэтому, ну, естественно, очень часто это Китай. В первую очередь не столько там какая-то дешевизна и прочее, это давно миф. Очень широкая база, база компонентов, поставщиков, не всех необходимых подрядчиков. То есть, ну, прямая иллюстрация, когда даже по проекту со вспышкой мы сидели в офисе в 10 часов вечера, в субботу, выходной день на фабрике в Китае, шла как раз сборочный процесс, на сборочной линии выявили бракованную партию там каких-то компонентов. И за час времени, позвонив по соседним предприятиям, на мотороллере китаец, да, съездил, привез и привез новую партию этих же компонентов. То есть вопрос решился за один час. И вот это ценно. Это невозможно сделать в Украине, к сожалению. Вот. Но да и не нужно, наверное, потому что мы все равно таких объемов, таких масштабов не достигнем. В этом нет смысла. З огляду на вашу компетенцію, чи згодні ви з тим, що хардверні стартапи більш привабливі для інвестицій, ніж якісь там софтверні чи інтернети і так далі, тому подібне? Або навпаки, існує думка, що та легше зробити якусь соціальну мережу там чергову чи там ще щось, ніж створювати якийсь PetCube там або щось таке. Для меня, конечно, я не представляю, як зробити софтверний продукт, чесно. Для мене це дуже складно. А які персони? Совершенно верно. Для меня это сложно. В то же время я не вижу никаких проблем создать какой-то физический продукт. Но когда мы говорим о хардверном проекте, то тут компоненты есть как хардверная, собственно, физическая, так и софтверная. Вот. И там тоже очень много работы. Но в целом все, конечно, зависит от инвестора. В нашей стране очень крайне мало инвесторов, которые понимают, как развивать хардверные проекты, хардверные продукты. Они выросли как раз на софтверных проектах, чувствуют себя там как рыба в воде, их эти проекты понимают и инвестируют.
Если инвестируют в хардверный продукт, то, как правило, там 80-90% ценности – это софтверная составляющая. Там, какой-то сервер, приложение, система. То есть физический продукт – это как часть экосистемы. Вот, поэтому я могу тут сказать, что если есть идея физического продукта, это какой-то сложный электронный гаджет, он должен быть частью экосистемы. Нужно строить вокруг него серьезную какую-то софтверную экосистему, да, интересно вот эти составляющие. И тогда инвесторам будет интересно. Пока я не видел, не встречал проектов вот таких чисто хардверных, да, именно физический продукт является там основной ценностью в нем, и основной бизнес планируется строить именно на продажах вот этого вот устройства, и чтобы в это действительно инвестировали инвесторы. Это скорее более классический бизнес, чем проект, который может иметь там взрывное масштабирование. Скажите, ви більше співпрацюєте з корпоративними великими клієнтами, чи вже якось зрівнялися зі стартапами? Больше работаем с корпоративными клиентами. А что они делают? Что они замовляют? Ну, чтобы я зрозумів просто. У меня перед очима вспышка, да, и PetCube. Я не розумію, что еще. Потому что мы не видим этого, или, вернее, как. Мы видим каждый день это. Зайдите в эпицентр, зайдите в новую линию, зайдите в любой магазин там, техники и оборудования, когда вы идете покупать себе радиаторы, да, в, или конвекторы в дом, когда котлы. У нас очень много производств. Вот. Ну, вы об этом не думаете, кто это производит все. Китай. И так, да. На самом деле нет. Прототип, значит, створюете вы, а потом все в Китай. Нет, у нас производится на мощностях, которые расположены в Украине. Круто. У нас есть крупное предприятие, где там одни из лидеров мировых, да, в отраслях. Вот. И вообще, если говорить про работе с корпоративным сектором или с стартапами, была просто интересная такая тенденция. Пару лет там, кризиса привели к тому, что корпоративный сегмент как-то свернул свои бюджеты на R&D и работали на том, что есть, пытались больше продавать тех устройств, которые у них уже были в линейке. А в то время, как правило, в это время поднимается как раз предпринимательская активность частных, да, инвесторов. Топ-менеджеры, да, потерявшие, там, ушедшие с работы по причине того же кризиса. То есть люди с каким-то опытом, с деньгами. То есть как раз стартап-индустрия растет в кризисные какие-то времена. И вот именно в это время у нас получилось, что пришло много проектов стартапов, очень уменьшился объем корпоративных клиентов. Вот. Но в последнее время ситуация выровнялась, все-таки мы больше с корпоративными. Да. Отвечая на ваш вопрос все-таки, что, кто эти люди, да, и что они делают. Крупное производство, которое производит бытовую технику, специфическое оборудование, продают в основном там, за рубеж и у нас в стране. И с последними событиями, с потерей российского рынка, это такая вот красной нитью проходит, что наше производство приезжает со своим оборудованием на выставку, например, в Германию. У них очень качественное, с технической точки зрения, оборудование, очень высокие показатели на мировом уровне. Но это выглядит плохо, это выглядит по-советски, то есть какие-то такие старые традиции приборостроения портят внешний вид. И их не они не могут продать. И они понимают, что нужно сделать новую линейку, новый продукт с новым привлекательным дизайном. И вы такие роботы? Да. Ну, чтобы приклад, элементарно, что есть, вот чайник? Есть очень, мы долго работаем, компания, например, называется Elvatech. Да? Ничего не скажет обычному потребителю. Они производят спектральные анализаторы, очень такой крупный игрок на мировом рынке. Это оборудование, позволяющее с точностью до там, 5-10 знака определить химический состав металлов. Вот, мы уже работаем лет 5 с этой компанией. До того у них были такие металлические ящички. Очень современные технологические, но никто никогда не заботился о внешнем виде, потому что это же бладное. И теперь сзаду написано Made in Ukraine, да, так? Да, совершенно верно. Но клиенты приходят и говорят, мы ставим это в наш ювелирный салон. У нас тут там Тиффани, у нас все у нас, мы не можем это ставить. Вот так приходит этот запрос, это понимание. Мы для них делаем хороший дизайн, механический дизайн, да, делаем корпуса вот для их инновационных продуктов. Все ж таки, якщо повернутися до IT-індустрії, ланками якої ми все є потрошку, все ж таки. Як вам здається, чи нормально в нас зараз в країні з тим, чи є якийсь зріст, чи допомагає держава IT-індустрії? Я как раз приверженец той позиции, что государство нужно держать подальше от вообще любых экономических процессов, по крайней мере на данный момент, пока оно
он не может ничего там сделать хорошего. Когда вот. Невидимая рука. Да, поэтому я не верю, что государство может как-то помогать, кроме как декларативно что-то. Вот я не верю в эти программы. Когда не вмешивается ни в структуру, все идет замечательно своим чередом, и люди, предприниматели, собственники бизнеса прекрасно знают, как развивать их направление. Вот. Но в целом, если говорить об IT в нашей стране, одна из тех немногих галузей, да, которые живут, которые зарабатывают деньги для своих собственников и сотрудников, как минимум. И это хорошо, надо просто не мешать. У мене все, дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво, мені було цікаво. Дякую. Дякую. До зустрічі, працюйте, і вам нехай нічого не заважає.